Всем привет! Давно обещал провести сравнение по шпинели, да, мы начали, я рассказал про то, какие бывают цвета вообще шпинели, вот, насколько она разнообразна и красива, но обещал провести сравнение, показать вам плохой вариант и хороший вариант одного и того же цвета, и столкнулся с двумя проблемами. Первое, это у нас сезон дождей, и бывает, что целый день идет ливень, а потом на следующий день полдня черная туча, то есть темно, да, и опять ливень идет. И плюс я столкнулся с проблемой, с другой, более сложно решаемой. То есть, если погоду хорошую можно дождаться, то эту проблему сложнее решить. Оказывается, что у меня практически нету видео и фото камней плохого качества. Почему? Потому что я их просто не снимал. То есть, не хочется тратить время, их несут очень много. Но, образно говоря, если ты возле добычи сидишь и проводишь закуп, то тебе несут там 95 плохих камней, 5 хороших. И ты просто плохие сразу отбрасываешь в сторону, да, эти хорошие отбираешь, с ними же дальше работаешь. Вот. Но, тем не менее, дал я задание, значит, своим сотрудникам на Ланке, во Вьетнаме, в Бирме, всем партнерам снимать все плохое, что вам попадется. Зачем нужно такое сравнение? Объясняю, вы мне очень часто пишете: привет, я посмотрел, вот у вас серая или сумеречная шпинель стоит, допустим, ну вот вам пример, пожалуйста, просто волшебный камень, мы недавно совсем его продали, причем сразу, мы выложили, и его, на него сразу поступило 5 или 6 заявок, первый, кто успел, тот купил. Он у нас стоил, если я ничего не путаю, 8600 тысяч долларов, да? И вот мне люди пишут: привет, вот у вас 8600, а мне сосед, знакомый, сотрудник, родственница, брат сказал, что серая шпинель столько не стоит, что она стоит не больше 500 долларов, и что-то у вас очень дорого. Вот поэтому цветные камни драгоценные, да, если это не белые бриллианты, вот это всегда про цвет здесь. Все диктует цвет. Не форма огранки, не количество включений. Они должны быть, их бывает много. Да? Бывает, что камень кривоватый, но если он какого-то нужного цвета, он будет стоить всегда дорого. Допустим, если положить рядом, допустим, да, такого не бывает, но вот случайно так попалась фантастика, что мы нашли совершенно одинакового размера и одинаково огранили их, два камня, допустим, это сумеречная шпинель, но вот один будет плохого цвета, а другой хорошего. Их цена будет отличаться в десятки, иногда сотни раз. Поэтому нужно смотреть всегда, в первую очередь, на цвет. И еще очень важный момент. Камни, которые я сейчас буду вам показывать, по сертификату они могут иметь один и тот же цвет. Вот в этом сложность, поэтому... Тут видите, хорошо, что в наш век есть телефоны, которые в HD-качестве или камеры могут снимать, и мы имеем возможность техническую передавать вам эти видео в полном HD-качестве. Кстати, у меня вот все, что я показываю, у меня есть в Телеграме в HD-качестве. Вы можете, когда мне пишете в WhatsApp, просить: Кость, скинь нам в Телеграм в HD-качестве картинку, я скину. Да, если это не 5-летней давности запись. Так вот. Там вес у нас файлов от 20 до 150 мегабайт, да, получается. Бывают даже гигабайтные, когда долго камень вертишь в руках, любуешься, не можешь остановиться, такой видос получается. Так вот, давайте начнем с моей любимой серой шпинели. Начнем сравнение про цвета. Вот смотрите, одну уже посмотрели, хорошую серую, да, вот вам еще хорошая серая. И... Все, что вы видите сейчас дальше, это тоже серая, тоже шпинель. Она может иметь хорошую огранку. И она по сертификату тоже будет грейш. Обычно там пишут грейш, блюиш, виолетиш, какая-нибудь такая. То есть серо-синий. Ну, то есть компьютер видит там какие-то оттеночки, допустим, синеватого или фиолетового, которые мы не видим, да, и пишет их. Вот. Но, тем не менее, по сертификату это все будет один и тот же камень. И да, действительно, стоит он совершенно по-разному вообще. Вот, например, который вначале показывал, стоит 8600. А вот, смотрите,
сопоставимый, ну, он чуть меньше по размеру, вот этот вот ужасный круглый, да, он будет стоить намного дешевле, в разы. Почему? Потому что, ну, цвет какой-то бело-серо-буро-грязный, непонятный, да, и он, сам камень по себе он не играет, он какой-то такой непонятного совершенно цвета. А вот, вот посмотрите на всякие мелкие, на овалы, да, тоже. Это все по сертификату будет один и тот же камень. Вот, пожалуйста, вам плохой серый и хороший серый, дорогой серый и очень-очень дешевый, почти бесплатный серый, да. На вопросы сразу отвечаю, если вы будете задавать. Константин, а вот мне все равно, передайте мне, пожалуйста, серую шпинель плохую. У меня есть $50. Не передам. Почему? Объясняю. Потому что у нас, к сожалению, были такие уже истории. Проходят годы, этот человек идет продавать куда-то камень. Этот наш, по сути, да, который он купил у нас. Ему говорят: господи, кто ж тебе такой продал? Это же не серая шпинель, это какая-то фигня. А он говорит: а вот Synergems. И там ребята говорят: а, ну все понятно, значит, Synergems занимается такими делами. Парень, тебя обманули, это не качественная шпинель, она не стоит вообще ничего. Мы у тебя ее не купим. А, то есть это страдает репутация компании, да, даже вы, если просите продать вам что-то плохое, некачественное, часто говорят: ну вот вы же там что-то выбрасываете, соберите и отправьте мне. То есть это все равно, что компания Mercedes начнет продавать ржавые запорожцы и на них наклеивать свой штампик BMW. Это будет антиреклама и урон для репутации компании. Давайте смотрим второй вариант. То же самое. Это шпинель модного цвета под параджи. Вообще изначально добывали под параджи только сафира, а потом оказалось, что под параджи бывает цвет. Под параджи такой... Он должен быть с оттенками розового и оранжевого одновременно, да? А потом нашли, что, оказывается, бывает под параджи шпинель, и нашли, что бывает под параджи турмалины. У нас, да, вот недавно продавался такой турмалин. А, прям классический цвет под параджи. Так вот, опять же, все, что я вам сейчас покажу по сертификату, это все под параджи, и на многие из этих камней, которые сейчас вы будете видеть, ужасного цвета, сертификат я видел, и там написано под параджи, потому что компьютер там видит и розовый, и оранжевый одновременно. Но интенсивность и насыщенность цвета совсем не та, что нам нужно. Поэтому цена отличается катастрофически, глобально, в десятки, в сотни раз. Вот вам, пожалуйста, пример. Это хорошее под параджи, это то, что действительно можно называть под параджи, да, цвет. Это шпинель. Такого же цвета бывают сафиры. И вот, пожалуйста, теперь смотрим на этот ужас. Это на Ланке, это на выставках международных. Если вы приходите и говорите: я хотел бы купить сафир под параджи или шпинель, да, вам вот такого покажут целую гору. Вы скажете: ребята, это же не под параджи. А вам скажут: а вот сертификат, пожалуйста, там написано под параджи. И вы, если вы плохо разбираетесь, вы так: ну, жена просила, надо покупать. И можно попасть в такую ситуацию. Вот, пожалуйста, вот это все бледное, странное, мутное, блеклое, невзрачное, слегка розоватое. Это все по сертификату тоже выходит как под параджи. Вот, например, вот эта шпинель. Она имеет совершенно обычный цвет, который называется винный. Он ничего не стоит. Мы, например, такое практически не продаем. Только если под заказ нас просят найти, да, камень. Такой, то есть вот это все под параджи. Разницу, я думаю, вы видите сами. Вот если вам соседка рассказывает, что вот вы купили под параджу за $20,000, а я купила за 2, ха-ха, она еще больше, чем ваша. Надо попросить у нее фоточку, видосик, или лучше два камня вместе положить и рядом их посмотреть. Сертификат, да, он говорит о подлинности, но то, что компьютер там увидел эти оттенки и оценил его как под параджу, к сожалению, наш глаз там этого не видит, и это ни о чем не говорит. Это ему никакой ценности не прибавляет в глазах опытного покупателя или опытного гемолога. Так, с параджи вроде разобрались, да? Я не буду вам прям много цветов показывать, да, или много подборку длинную делать. Опять же, по причине того, что это примерно все будет одинаково хорошо или одинаково плохо выглядеть, и по причине того, что... у меня оказалось, что фоточек, видосиков плохих, плохого цвета практически нету. Вот смотрите, такой модный цвет называется махенге. Это
особый оттенок розового с красноватым. Добывают его только в одном месте, только в Африке. Больше нигде в мире пока такой цвет не нашли. Он является, как, например, и красная шпинель или подпараджо, он является инвестиционным, и в цене он очень-очень быстро растет. Прямо на наших глазах, там, за последние 3 года он вырос в цене, наверное, где-то процентов на 100. То есть с огромной скоростью, особенно крупные камни. А, так вот, вот вам махенги, пожалуйста, да, вот еще махенги, вот то, что действительно называется цветом махенги. Вот, и вот еще, он немножко другого оттенка, но это прям классические махенги. За ноготь моего огранщика, пожалуйста, извините. Они все, наши огранщики, утверждают, что им с такими ногтями работать намного легче. А вот вам, пожалуйста, камень. Мне его предложили недавно. Принесли моему сотруднику, он снял специальное видео, зная, что я ищу примеры. Это вот махенги курильщика. И по сертификату он тоже махенги, потому что компьютер там увидел нужные цвета, да. А неопытный человек может посмотреть, цена привлекательная, по сертификату махенги я куплю. И потом еще нам напишет, что, ребята, вы обманываете людей, почему у вас так дорого, смотрите, что я купил. И даже вот это странное что-то, бледно-бледно-розово-матово, я тут вижу какой-то фиолетовый оттеночек, да, это тоже махенги по сертификату. То есть это вот странно, но оно так есть, и видите, компьютер он внес. А как бы если раньше человек ставил цвет, человек смотрел сам на глаз, так, ну, это винный. Или это там какой-то бледно-розовый, да? А теперь компьютер все это делает. С одной стороны, это лучше, потому что компьютер невозможно подкупить, ему нельзя дать взятку. Да, там есть программа, которая спектр замеряет камни и выводит, делает вывод, как бы анализ и ставит цвет, да? То есть компьютер никак не подкупить, люди, которые работают в лаборатории, компьютер взломать не могут. Это хорошо для нас, как для покупателей, иначе там начнется адская коррупция и, значит, трэш. Но вот компьютер, видите, он не отличает красиво от некрасивого, потому что это может делать только человек. Так, следующий цвет у нас розовый. Вот вам, опять же, несколько именно розовых шпинелей. Это то, что я называю розовым, да, или еще можно это назвать горячий розовый. Кстати, не все лаборатории имеют вообще у себя в сертификации такой цвет, как hot pink. Они могут ставить просто насыщенный розовый или даже просто розовый на все вот эти камни, которые я вам сейчас покажу. И вот, смотрите, это тоже розовый. И сертификат будет одинаковый, а цена очень разная, да. И, например, вот эта вот капелька, да, это тоже розовый. И вот где камня 2 лежит, вот серый, и этот цвет вообще я называю винный, но по сертификату он тоже будет розовый. Вот то, что видели в начале, и то, что видите сейчас, да, я думаю, что разницу вы сами понимаете, что, да, кто-то говорит, что а я купил тоже розовый, но дешевле. Это знаете как? Вот, кстати, такой пример вам хороший. А вот вы купили черную машину, и я купил черную машину, прихожу, говорю, слушай, тебя, походу, обманули, потому что ты купила свой черный Мерседес за, сколько там, допустим, 10 миллионов рублей, а я черную свою АКУ купил за 200 тысяч рублей. Вот, тебя обманули, развели. А, то есть, здесь примерно что-то то же самое, то есть, тут все от цвета идет. Так, ну и не буду вас мучить прям огромным количеством цветов. Давайте еще парочку рассмотрим, да. Вот синяя шпинель. Опять же, в английском нет слова голубая, да. То есть, есть синий, темно-синий. Некоторые сертификаты ставят что-то типа light blue, типа такой светло-синий, да. Но вообще, в основном, почти все лаборатории на все, что я сейчас покажу, просто ставят синий и все, blue. Как бы у них просто нет другого слова. Вот, пожалуйста, вам несколько синих шпинелей. Причем какие-то темнее, какие-то светлее, но они все яркие. И это, по сути, инвестиции, потому что синие сафиры в цене идут вверх, да, и за ними, за собой тянут синюю шпинель, естественно, потому что синего больше. А, и синие турмалины, кстати, тоже они тянут за собой вверх. То есть, вот синие камни, их не так много, как, допустим, розовых. Вот, поэтому они все ползут вверх за синими сафирами. Синие сафиры добыча пока не истощена, но уже находит не так много, как раньше. И вот, пожалуйста, вам тоже шпинель. Она тоже чистая, тоже с хорошей огранкой, имеет примерно схожий вес.
и она тоже по сертификату будет Blue. Но по цене она будет совершенно другой. Я думаю, вы сами видите и понимаете, почему. То есть, опять же, надо поэтому всегда просить фото, видео. И еще есть такой трюк. Вот такая штука, которой мы никогда не занимаемся с самого начала и никогда не пробовали ей заниматься. У многих продавцов во всех ювелирных магазинах стоит специально дорогое осветительное оборудование, которое вытягивает любой камень вообще. Вы заходите в магазин, вам включают эти лампы. И в Таиланде у нас так, и в Москве в магазинах, и в Камбодже в ювелирных магазинах, куда везут всех на потоке, и во всех Египтах, и на Шри-Ланках, и в Турциях, и вообще везде, где продают хоть какие-то камни, да, везде стоит профессиональное осветительное оборудование. И ты смотришь, вау, вот это да, какой яркий цвет. Покупаешь, выходишь на улицу, а цвет уже какой-то и совсем не яркий. Поэтому обязательно всегда просите видео, которое будет снято на улице. Потому что под разным электрическим светом разные камни, один и тот же камень, извиняюсь, дает разный цвет, и он может быть просто изменять цвет до неузнаваемости. Особенно этому подвержены и гранаты, и шпинель, и сапфиры, да и вообще почти все, в принципе, драгоценные камни. Я вот недавно экспериментировал, смотрел, у меня был турмалин уникальный, мы продали длинненький такой, вот смотрите его картинку, с цветом под параджо, да, я такой никогда не встречал. Я вот смотрел на него дома под электрической лампочкой. Лампочка же тоже бывает, желтая, белая, да, он разного цвета был. На улице он был другого цвета. Вот желательно, чтобы вам скидывали видео и фото камней, которые сняты на улице. Тогда будет виден естественный вид, цвет, извиняюсь, камня. Так вот, с синим разобрались. Ну и давайте заключительный пример. Дальше, я думаю, вы понимаете, что здесь какой цвет не возьми, правило одно и то же, да, игры, что есть яркие, насыщенные, глубокие цвета и есть какие-то матовые, бледные. Вот, пожалуйста, вам несколько фиолетовых красивых, ярких и несколько фиолетовых неярких и некрасивых. Но опять же, подчеркиваю, это дело вкуса, то есть кто-то у меня специально, преднамеренно заказывает цвета такие бледненькие, нежные. Женщины часто пишут, я хочу розовый сапфир пастельного цвета, да, такого, торговцы между собой называют его baby pink, такой слегка-слегка розоватый такой, прям вот совсем нежно-розовый. Бывает, что мужчины пишут, я не хочу ярко-красный, я хочу такой вот, что в глаза не бросался, чтобы я не шел по улице, он не горел у меня на пальце, там, да, как какая-то цыганщина. Кто-то хочет что-то, наоборот, очень яркое. Это дело вкуса. Мы сейчас говорим о связи цена-цвет. Почему очень часто примерно один и тот же камень вы можете купить за совершенно разные деньги? Но это как вам кажется, что он один и тот же, и по сертификату он будет казаться один и тот же, да? То есть, вот, пожалуйста, фиолетовый, есть совсем блеклый, бледный, есть очень-очень яркий, горящий, прям, да, такой, живой. И то по сертификату будет шпинель, и там будет стоять один и тот же цвет фиолетовый. Я думаю, хватит примеров. Дальше уже все логично, что как формируется цена. Включение. Играет ли роль включение в шпинели? Не играет никакой роли. Включение есть обязательно, они должны быть. Там должны быть полосочки, точечки, какие-то микропузырики, маленькая взвесь, там как пыль, могут быть какие-то мутные облачка. Не должно быть крупных пузырей, там на пол камня, да. Не должно быть трещины, которая выходит на поверхность, она проходит сквозь весь камень, и когда смотришь его на блеск, да, площадку или просто поверхность камня, там эта трещина прям проходит по всему камню, вот ее не должно быть, потому что камень при закрепке может развалиться, но мы, собственно, такие не покупаем и не продаем. Нам зачем эти проблемы? То есть я отдам деньги, и когда буду вставлять ваше колечко в ваш камень, он на две части развалится. Покупать-то я буду новый за свой счет, поэтому мне это не нужно. Кстати, такое бывает. Вот у нас недавно была история, девушка купила крупный черный бриллиант, и потом получила его, осмотрела, вроде было все нормально, потом нам сообщила, что от него отвалился кусочек. С фото я посчитал, что, наверное, да, скорее всего, там была какая-то трещина, которая
проходила через этот бриллиант насквозь, но не выходила на поверхность, да, и мы камень сейчас меняем. Вот, то есть, но, опять же, как правило, после того, как мы отдали вам его на руки, мы уже дальше ответственности не несем, потому что вы можете его разбить, разломать, уронить, бить его там об стену, чинить в этом кольце машину, вот, и его победить каким-то образом. Эту девушку мы знаем очень давно, она же постоянный покупатель, поэтому я понимаю, что если она сказала, что она не била этим камнем об стены бетонные, ну, скорее всего, она не била. То есть здесь больше проявление уважения, хотя по закону мы имеем право после того, как вы получили, осмотрели, уже ничего не менять. Так, ну вот вроде все про шпинель. Я думаю, разобрались. Примерно, да, вы понимаете, что в цветных камнях, как ни странно, главное цвет. Всем привет, пишите вопросы, с удовольствием что-нибудь еще вам расскажу.